30 жовтня журналістів Слов'янська та Краматорська запросили у міськвиконком на брифінг виконуючого обов'язки міського голови Слов'янська Олега Зонтова. Керівник розпочав зі слів вдячності громаді міста за участь у виборчому процесі 2015 року. Спасибо всім, хто реалізував своє конституційне право. В основному це були люди старшого покоління. К сожалению, большинство наших славянцев не пришло на местные выборы, но тем не менее они состоялись и уже есть предварительные результаты. Персональный состав нового городского совета будет обновлен наполовину. В него войдут представители новых политических партий. И я надеюсь, что те кандидаты, которые получили от вас мандат доверия, реализуют его с честью своей принципиальной работой на благо громады. Я, как секретарь уже прошлого городского совета и исполняющий обязанности городского головы, могу с уверенностью заявить, что все те задачи, которые я перед собой ставил в течение этого года, выполнены. Во-первых, мы сумели преодолеть общественно-политический кризис в нашей громаде. Во-вторых, мы вышли из хозяйственно-экономического хаоса. В-третьих, мы обеспечили безопасность, мир и правопорядок на улицах нашего города. Четвертое. Мы восстановили объекты инфраструктуры и многоквартирное жилье. Пятое. Мы приступили к текущим и капитальным ремонтам. Сегодня в Славянске достигнута стабильность и есть проекты для дальнейшего его развития. Все эти задачи возможно было реализовать только в сотрудничестве с вами. Я искренне признателен и благодарю коллег, сотрудников, работников коммунальных, промышленных предприятий, волонтеров, общественников, предпринимателей и простых жителей нашего города, всех тех, с кем мы в течение этого трудного, сложного, послевоенного периода восстанавливали, строили, благоустраивали наш город. Мы многое сделали, но многое еще впереди. Это только начало пути, пути возрождения Славянска. И это возрождение будет только, не только в материальном плане, но и в моральном, и духовном. А те позитивные изменения, которые уже сейчас есть в сознании наших горожан и в жизнедеятельности города, будут зафиксированы и продолжены. Я надеюсь на это, и я верю в это. Окремо подякував секретар міської ради мешканцям, які підтримали його кандидатуру на виборах. За попереднім підрахунком голосів, саме висуванець Олег Зонтов набрав на виборах більше 20% голосів, посівши друге місце серед кандидатів. Отже, тепер частина проєктів перейде у спадок наступнику. Реформування, в тому числі комунального нашого господарства. І я підчеркую, що воно ж так проситься на ближайший год. У нас є, крім крупних комунальних підприємств, кілька мелких, от, в яких є директор, бухгалтер і там один-два сотрудника. От, це треба оптимізувати, укрупнять, ну і, звісно, реорганізувати роботу наших, в тому числі і горводоканалу. Тому що на сьогоднішній момент ми вже перепробували все, выплатили заработную плату, в том числе, но тем не менее проблемы есть, и они серьезные, и скорее всего, что надо будет идти по пути, как предлагал губернатор, как они будут делать с областным управлением КП «Воды Донбасса». Потому что кроме задолженности по заработной плате, вы, чтобы понимали, на нашем горводоканале там еще свыше, ну там практически 40 миллионов еще различных долгов, в том числе и по кредиту Международному банку. Вот, поэтому там просится реорганизация. Ну, я надеюсь, те проекты, которые мы уже заложили на следующий год, в том числе и оптимизация водоснабжения, они будут реализованы. Потому что на сегодняшний момент у нас же есть уже подтверждение, и мы получили деньги, и разрабатываем проектно-сметную документацию, до конца года она будет готова. И в том году сюда зайдут деньги Европейского инвестиционного банка. Эта сумма серьезная, я еще раз ее анонсирую, от 300 миллионов. И на них уже как бы есть, ну, на часть этой суммы есть официальное уже подтверждение. Поэтому я думаю, невзирая на то, что общая социально-экономическая ситуация по стране неблагоприятная, то у меня оптимистичный прогноз по городу Славянску. То есть мы получим сюда дополнительные, в том числе, вливания, и осталось только их эффективно и правильно освоить. 300 миллионов чего?
Гривен, да. Потому что, ну, это я называл, там инвестиционный банк нам дает более 8 миллионов евро, и плюс по ДФРР мы сейчас на 72 миллиона имеем подтвержденных проектов. В общем-то, я же говорю, что так вот в общей сумме не менее 300 миллионов. И плюс по местным налогам, я еще раз подчеркиваю, чтобы, ну, вот это очень важный мессендж, государство даже в условиях децентрализации не отказывается от поддержки социально незащищенных слоев и социально защищенных статей расходов. То есть на заработную плату, на энергоносители мы, у нас на следующий год мы будем получать в полном объеме деньги. То есть вот те 400 миллионов, которые в нашем полумиллиардном бюджете есть дотации, ну или субвенции, они остаются. А вот доходную часть мы уже в этом году сумели, ну, на 42 миллиона по прогнозам до конца года увеличить, сейчас пока есть 26, то в следующем году, если мы так будем работать, и в том числе по местным налогам, то есть не будем ослаблять работу. Вот у нас создана мониторинговая комиссия по подакцизным товарам, а сейчас было дано мое распоряжение, сейчас создана уже комиссия по мониторингу земельных участков. То есть у нас, к сожалению, есть проблема, что часть владельцев, арендаторов не платят земельные налоги. А это именно наш местный налог. Ну, в силу разных причин. То ли в ходе войны там закончились договора и не возобновили, а к ним никто не пришел. Ну, для того, чтобы возобновить договор, надо или чтобы городская власть пришла, или чтобы сам арендатор проявил инициативу. Наразі у Слов'янську триває виборча епопея. Чимало паперів від учасників виборчого процесу Слов'янська та Святогірська направлено до суду. Від рішень даної ланки правосуддя буде залежати сценарій подальших подій у місті. Ну, там уже один сценарий реализован, то есть признаны выборы на этом участке недействительны. И если вот сейчас один из, ну, тот кандидат, который оспаривает это решение, подал в суд, в окружной административный, если административный окружной суд подтверждает это решение, то все, территориальная комиссия собирается и объявляет результат. И это уже зафиксировано. Если этого же не происходит, окружной административный суд принимает решение заменить членов дельничной комиссии и провести уточнение протокола, то там тоже дается определенный небольшой срок, вот, буквально временной, для уточнения этого протокола. Этот протокол опять сдается в территориальную, в нашу городскую комиссию, и опять же объявляется результат. В любом случае, до 4 ноября все результаты должны быть официально оглашены. И опять же, забегая вперед, что далее? Далее мы собираем пленарное заседание уже нового городского совета. Оно должно по срокам пройти до 10 ноября включительно. То есть я таки планирую, что 9-10 оно состоится. Ну, возможно, раньше, но вряд ли. И на нем председатель нашей ТВК оглашает уже официальные результаты, и они легитимизируются путем голосования. То есть новый городской состав нового городского совета приступает к работе и подтверждает полномочия городского головы. То есть с этого момента городской голова и городской корпус депутатов легитимны. То есть, то же самое, первое пленарное заседание, оно отменяет полномочия уже предыдущего городского совета. То есть вот если по факту брать сегодня, то еще депутаты действенные. Вот. И после этого, скорее всего, что будет сделан перерыв, то есть пленарное заседание не будет закрыто, будет сделан перерыв, и городской голова получает как бы приоритетное право предложить кандидатуру секретаря городского совета. В ходе этого перерыва эта кандидатура будет обсуждена теми фракциями. Ну, фракция, как бы, она у нас согласно регламента из 5 человек, но там есть нюансы, возможно, создавать и меньше. И я еще раз подчеркиваю, входят новые политические партии. Ну, по предварительным подсчетам у нас 5 партий, да, входит, и 4 места «Солидарность», «Наш край» 5, «Самопомич» 3 и «Аграрная партия» 3. Оппозиционный блок получает 21 место. Вот. То, в принципе, вот эти партии могут создать, как, ну, уже «Наш край» однозначно может создать фракцию. Ну, и тогда делается, еще раз возвращаясь, в пленарном заседании
перерыв, обсуждают по политическим партиям, они еще не создали фракции, скажем так, просто обсуждают эту кандидатуру и выносятся на голосование. Голосуванням депутатський корпус обере заступника та секретаря міської ради, визначить фракції та їх склад, після чого і розпочнеться робота нової команди. Діяльність нового мера і депутатів, підсумував і висловив надії Олег Зонтов, буде спрямована на покращення життя Слов'янська і громади. Діло в тому, що якщо согласно тим поправкам, які голосовались в первом чтении в Верховной Раде и планируется проголосоваться во втором, то выборы должны состояться в 2017 году. Но если эти поправки не будут проголосованы, то, скорее всего, вы же помните, мы начали вот этот процесс объединения громад, и до Нового года он вполне может завершиться. И поэтому, согласно уже нового закона об объединенных громадах, там в течение 90 дней проводятся выборы в новых громадах. Поэтому, я не могу утверждать это как факт, но есть такое предпосылки, предположение, что, возможно, уже этой же весной, в конце марта, мы выйдем на новые выборы, в том числе и в новой объединенной громаде.